сдохну. Так, ладно, ну-ка пересесть назад, во, нормально. Направо. Ага. Она же вон как колесо поворачивается. Угу. Изи вообще. Да ну. Налезаем, да по идее. Вообще как раз. Охренеть. О, давай шмалять, полей. Там еще чувак. Граната, граната, граната! Там нельзя так низко ствол опустить. А, я понял, сейчас попробую по-другому тогда. Я тогда просто под горочку встану. Прямо нам в кабину закинули. Можешь толкать ее туда сейчас. Конечно. Да, никуда гранату не было. Да-да-да, сейчас я... Подожди, я... О, блядь, я подъеду поближе. И нам надо две гранаты под жопу ей кинуть. Давай, давай. Я готов. Давай. А, да, готов, у меня гранат нет. А тут лежат еще, пойдем посмотрим. Точно. А, я подобрал еще три, сейчас. Смотри, уже почти получилось. Ой, другая граната. Слышь. Закидал? Походу, да. Сейчас посмотрим, куда тут можно заехать. Да. Охеренно. Дальше. Ну просто FPS бустится нещадно. Не, ну так тут все проще становится, освещение очень просто. Не, ну по идее, если он сразу две игры как бы обрабатывает, то не должен он меняться. Он не обрабатывает, он просто в памяти все текстуры держит, а геометрия-то та же, наверное, остается. Да нифига. Да, хотя не, вроде меняется. Меняется. Так как минимум дизайн мобов меняется. Вон, посмотри, вот он лежит, смотри. Он другой абсолютно. Это модельки, да. Ну, видимо, все это просто в памяти держит, потому что... Оселяция, старый... может быть, они тут оселяция это накидали, просто знаешь. Просто старое ничего не занимает. Ну, смотри, этот вообще в два раза больше, блин, получается. Блин, охрененно вообще, на самом деле. Это круто. Оно просто это все в памяти держит, да и все. Какие-то снежные локации, насколько я помню, увидим открытые. Ну, круто. The Covenant presence here is stronger than I anticipated. They seem to have the entire region secured. Тебя притонули? Yep. Чувак спал, слышишь? Чувак спал, блядь. Это да, они спали. Ну что, я с автоматом был. Я резался, у меня там один патрон как был, так и остался. Серьез, Сэм какой-то. Спит. Отлично вообще. Можешь снять. Бедняга. Не хватает. Большой чувак, наверное, он не запомнил спит. Патроны подобрал с тебя. А я свою винтовку там скинул, выдал на планету, а это мощнее. Граната, да? А ты еще прям на нее прибежал. Нормально. Тут на льду, слышь, тут типа на льду и машину этот заносит. Штука более стреляет карта. Пойду скоро их попробую сесть. Охренеть. О, тут их есть инопланетная, что ли, живая. Тут арта. Да, арта жесткая. Вот и все. Там, короче... Да. Тут, короче, лед, смотри, выезжай на лед, и тачка просто не управляется. Охренеть. Вроде такой маленький кусок, но учтено.